козырем чешской сборной, не так? Ну, если вы знаете, если сравнивать голкиперов обеих команд, все же, естественно, предпочтение мы все отдаем Петру Чех. Поэтому здесь, без сомнения, эта позиция сборной Чехии надежна. Надежна, и она сильна. Насколько она сильна, это, конечно, нельзя ничем не измерить. Да, но то, что Чех, это Чех, он играет в одной из лучших команд мира. А какие-то проблемы, между прочим, у Сервета Четина с экипировкой. Поэтому, зная этот газон, центральный защитник сборной Турции решил обувь. Высоченного Яна Коллера, который становится, конечно, доминирующей высотой в штрафной площади, эдакий Монблан. Рядом с ним играет Сервет Четин, и Сервета на всякий случай страхует еще один игрок турецкой сборной. На всякий пожарный. Все-таки 2 метра 2 сантиметра рост Коллера. Подача переходит через него. Мяч. Сейчас, как мне кажется, не рассчитал немножко свою подачу Марок Янтуловски. С другой стороны, может быть, при стандартах у чехов Ян Коллер отчасти используется как такой отвлекающий, да, гигант, на которого сосредоточено максимум внимания. Вот мы видим, что двое его опекали. А футболисты, которые расположились на дальней штанге, оказались не прикрыты. Другое дело, что подача была, наверное, не очень по высоте удобной. Да, подача была недостаточно хороша. Но, с другой стороны, вы знаете, если... Покатит его, и Галасик уже будет наносить удар. Нет, иной вариант. Подача, Коллер! А, подача какая хорошая в этот раз. Ян Коллер негодует. Посмотрите, как плохо играет центральный защитник Сервет Четин. Да, он располагался... Так, как вообще нельзя располагаться защитнику при обороне своих ворот. Да, все-таки Мехмед Аурелио разобрались. Наконец, тут наши друзья из УЕФА, которые обеспечивают официальную... И мяч получал, Дим, или как? Нет, вот, он первый раз получал мяч. И посмотрите, как здорово, в общем-то, да, атаковали турецкие футболисты. Ну, хотя все это произошло стихийно, все же на своей половине поля. Защитники далековато, скажем так, от центральной линии мяч держали, буквально около своей штрафной. И после того, как просто мяч выбили вперед, так получилось, что мячом обводили турецкие футболисты, которые находились в передней линии, и очень хорошо они разобрались, потому что они имели пространство. Серьезных игроков, но это клуб явно не для каких-то побед серьезных на чемпионатах европейских, на арене Европы. Нарушает правила Галастик. После того, как хороший момент чехи создали у чужих ворот, Сёнка сделал удобный прострел и владеет первым пасом, чем турецкие футболисты. Ой, хитрый удар Ливар Сёнка нанес. Опять его смещение в центр, удар левой ногой, метил дальнюю девяточку. Тяжело. Защитники понимают, что Ливар Сёнка — это, наверное, главный скоростной атакующий игрок в чешской сборной. И за ним нужно Григера. Хорошая передача. Коллер. Вот так. А? Устал он пасовать. Решил забить сам. 55-й мяч Яна Коллера за чешскую сборную. Его мяч. Его фирменный гол. В ближнюю девятку. С удобной передачей. По-моему, Марок Матеевский его пасовал с правого края. Ян Коллер очень хорош. Очень хорош был. Даже Григера, между прочим. Ну и как тут оценить игру двух защитников, которые, как всегда, пришли, попытавшись Коллера перепрыгнуть. Сервет Четин не играл даже по Коллеру в данном случае. А в данном случае играл другой защитник. Все же сыграть ему против португальцев. Ну а сейчас дала о себе знать. Это, конечно, потеря, потому что Матеевский такой полузащитник с выдумкой. Очень креативный, умеющий организовать в центре поля игру. Потому что, ну, не знаю, как вам, Дмитрий, мне кажется, что Полок, третий номер, один из центральных защитников, довольно инертно действует. И он скорее в подспорье Галасику в отборе мяча, нежели при организации атаки подается. Подача мяча в штрафную площадь. Еще раз удар. В этот раз, по-моему, Полок приложился к мячу. Нет, это был Коллер. Все-таки Коллер? Это был Коллер. А каковы подачи, у Марка Янкуловского? Ну, пусть он виден за версту, этот Ян Коллер, но, тем не менее, сделать ему пас, найти его в любой точке. А какие у
него, между прочим, подачи все хитрые, резаны у Либросьенко. Мяч, может быть, и не летит на большой скорости в парк-тайм, потому что только победа, ну, хотя бы ничья, оставляет им шансы попасть в четвертьфинал. В случае ничьей будут пенальти. Ну, а победа, это победа. Не хат, а? Сложный удар и сложный позиция. Как красиво все это он сделал. Неожиданно, но все видел. Все видел и пытался направить мяч в дальний угол. Не получилось. Только такие нестандартные, наверное, ходы и остаются на долю турок, которым очень редко мяч в атаке вообще перепадает. И Чеха. Удар! Петр Чех. А вот класс! Какой сложный момент. Мокрый мяч. И нет положения вне игры. Все очень четко. Головой какой удар. Скрытый. Невозможно было его просчитать. Увидеть траекторию заранее. Это Тунджай Санли. Пробил, между прочим, из-под Томаша Уйфалуша. Вот Петр Чех. Сегодня показал свой высочайший класс. Первый. Бежал, но с другой стороны, как не быстро ты бежишь, все равно ты должен ворота потом попасть. И вот он мяч. Плашил. Беда-то какая, а? Тот игрок, который заслужил несколько критических слов в наш адрес, забил мяч, а здесь скандалят турецкие тренеры, потому что Эмре Ашик с прибинтованной головой готовился выйти на замену, но паузы не было в игре. И команда Турции пропустила этот мяч, находясь в меньшинстве. Выбыл один игрок, второй не успел переодеться просто на поле. И в его отсутствие случилась сначала атака с выходом Яна Коллера 1-1, а потом вот эта передача Либросьенко и замыкание в прыжке в исполнении Ярослава Плашила. И снова на пути мяча. Бьет поворотом, два рикошета было сейчас. Да. Два рикошета и один Петр Чех, в конце концов, который спокойно справляется. Эмре Гюнгюр травмированный, ушел. И другой травмированный, Эмре Ашик. Видите, вот, да, почему он не может... Все-таки пошли, много будет передач вверх. Вот сейчас... В штангу мяч попадает после удара Чеха. И еще одна попытка. Ну, как-то беспомощно на пятачке перед своими воротами турки сейчас действовали. Даже два удара дали нанести Полоку. Причем второй раз он бил, поднимаясь с земли, он упал и лежал. Первый удар был очень хорош. Вот какая быстрая атака очередная. Сьенко делает пас. И из той точки, куда Читин не успел прийти, удар наносит первый Полок. Потом врезается успевает Читина, встать. Да, успевает встать и уже... И вот здесь еще головой сейчас. Махнул Эмре Ашик, довольно опасно, конечно. Такая турецкий футболист. Алтынто получает мяч в штрафной. Прострел! Класс, прекрасно. Удар! Удар! И мяч в сетке ворот Петра Чеха! 2-1! В ближнем углу пробивает его Арда Туран, номер 14. 2-1! Может быть, пойдет дело на лад у турок. Несмотря на травмы, несмотря на все проблемы, связанные с арбитражем, которые они сегодня переживают. Игра-то есть в атаке. Вот этот пас, мне кажется, многое решил. Вскрытие обороны сборной Чехии. И прекрасный удар. Бессилен был Петр Чех. Иногда даже великие пропускают мячи в ближний угол. Но... Еще одна подача. Сервет! Мяч влетел в ворота. Лучше бы наоборот для него. Ну, сантиметров, по-моему, не дотянулся до мяча. И там бы, я думаю, не помог Петр Чех. Очень уж близкая дистанция до ворот. Да, кстати, просто поменьше. не попал лбом по мячу. Вот сейчас хорошо видно, что мяч... Арда Туран. Петр Чех, 2-2! Не хат, как мячи, 2-2! 2-2! Сборная Турции, чемпион Европы уже по возвращению интриги, казалось бы, проигранных встречах. Не хат заслужил, заработал. Не знаю, заслужил ли заработал.
заработал ли Петр Чех вот такое несчастье. Наверное, самое время вспомнить о том, что здесь постоянно как бы фоном так моросит дождик. Мяч намок. Чех не смог его зафиксировать. Хорошая, конечно, подача Алтынтопа. Очень хорошая подача, но... Чехи практически в своей штрафной площади 45 минут игры проводит. Нихат! Гол! А нужны ли здесь слова, дорогие друзья? Смотрите-ка, тут наши болельщики сборной Азербайджана болеют за турок. Но тут с ума сходит вся комментаторская трибуна. Люди потрясают кулаками, а сборная Турции потрясает своей волей к победе. Нихат Хагвечи. Два гола за две минуты. И все с ног на голову. Они проигрывали 0-2. Неужели и сейчас волевая победа? А не было ли офсайда, а? Вот еще хотелось бы один повтор увидеть. Удар-то превосходно. Они играют сердцем. Опасно! У чехов шанс! Мяч летит в сторону ворот. Нет, нет, нет. Все спокойно. Все спокойно. Все было под контролем футболиста по имени Сабрис Ареуглу. Красная карточка! А нужно держать себя в руках. Да, может быть, была провокация со стороны Коля. Ну что сделаешь? Волкан Демирель. Вот это матч, дорогие друзья. Турки возвращаются, забивают Рима мяча, но теряют компенсированное время основного голкипера. Давайте это значит... посмотрим, что здесь было. Ну, Волкан врезается в своего игрока. А потом мы теряем Волкана из виду, потому что следим за мячом. А Волкан и его стык... И свисток финальный звучит! Сборная Турции проигрывает 0-2, забивает 3 мяча, теряет основного вратаря. Но все-таки выходит четвертьфинал чемпионата Европы. Сборная Турции потеряла в этом матче почти все. Еще одного игрока центра обороны, голкипера. Но показав неукротимую силу духа, эта команда выходит в следующий этап чемпионата Европы. А Петр Чех и чехи...